Так, раз, два, три. Привет, ты на канале Way Up Music. Мы смотрим пятую серию сериала «Акча». Значит, я в предыдущей ванганул, что он не напишет заяву. Вот, сейчас не знаю, сейчас проверим. Давай, погнали. Башында ли маға айрылбайды білем? Мен қайықты іштегенін білесің бі? Іштек қолбайды бірақ. Жашудың бар ли жаңылады? Все мы делаем ошибки. Все? Ошы менің айры өзің іштерін ұлауып жүрерсің бұлады. Марат, сені кіп тұра. Шода адашып кетіп тұрмын. Негізі мен художник болушым керек болуш керек. Мен көз сөйлесіп кетіп тұрмын. Марат, сен шынында ойлап отырсың, мен лох деп. Сен монтер конкурентің алған движениең жарай. Әселе кіммен сөйлесіп кетсе келсе, ошол менен сөйлеседі. О, шарит. А сен болсаң, Марат, моғыны маяңға келіп алып отырсың. Қандай ұстадыр бөйке? Ой, официя торып қалыптыр. Бүгін жұмышқа келген жоқ. Қол жетішпейді. Жұмыш аябай жай жүрді. Сіз қожай болып, қарып тұтағын маңын, өзіңіз официант боласыз ғой. Ова, мен қожай келдім. Бүгін официант болғым келді, демек болғым. Қанда мен сізге жәрдем берейін. Сенде фартук жоқта. Негізі мен сізден бір кеңес сұрайын деген. Әйімде кеңес. Әсел мен жарыстан ба деген? Осы әті бюроланман, самсы іч айда. Емі дейсің, ішчір. Әсел мен жарыстан дейсің ба қайлы? Әсел мен жарыстан ба деген, ұшау не күйлімен қанша алыш керек? Ой, әсіз, ем ұрышқан адамдың бар үлі күлменен жарышса, анда адамдар күлгі ұрылып басалбай қалышпақ білі. Бардық нерсен ақчаменен, күчменен қайтар албайсың. Сенден баштартқан адамды қайра қайтарам деп шашылба. Андан көрек сен чын жүрегіңден әрекет қыл. Анын ішен ішіне кер. Золотые слова. Альбина, заказ. Салам алейкум, дос. Қандайсың? Мен қандай. Шақырдым ба? Қылмыш болғанда үшін деп шыпылдап тұрсаң ғана я. Яңыз сәрі заданым көп. Іштерімен жүрім. Айтшы, не болды? Біздің операцияның соңды дейі бар да. Идея? Қандай? Шын ұшылып бар. Сен босың, барайыр. Қараш алық, сен көзің жақшы екен қо? Бізді тешеттік деп тұрасың, жүрі. Барайыр сен ол ол. Бар, бар. Саға айда ұшылық өліп бойынша, справка керек болшы. Менің кабинетіме сенің тағып келсен көзің соңды өлі көріп. Рахмат. Окулист, что ли, в военкомате? Марат Асельге бизнес ойча жардам берип жүргөн. Окей. Эсен дагы кетелексин. Сен лор барышың керек экен окулист эмес. Борсун деп эдимби? Жо, мен 200 сом бергем да, анан задачаны бересиң. О, окей. Ай, ата. Эйме, бара берчи. Задача жок экен. Да токто. Кел. Канча турат дейсиң? 80. Барсын. Борсын. Рахмат. Ей, алар. Анышы? Марат бар, жардан беріп тұр жұмыш бойынша. Сан болып тұр ба? Біз әзір өкөнің жақында түсі үшін, Марат қадағы жаңы жұмыш ойлап табышқыз керек. Де. Дамды кән? Қанчом кән? Бүдімен? Не, бұл не адаты? Заказ беріп басын сұрау оған.
қанша қарызың жоқ бұл? Ақша топтайсың ба? Жоқ, мен бір лимонадтан байып кетпеймін. Сен үйде отырсаң, іші байып кетпейсің. Екі жүз жиырма сом екен. Мен сен бүгін налыйын деп шештің ба? Бір лимонад үшін, бір лимонад ішсем ештеңе болмайды. Шын, ақшаны жақсы ғана таба аласың. Пайда қанша табасың сен? Ладно, мұрын қанша тап сен? Мұрын ба? Мұрын. Мындай. Дай мында қаласың. Так. Мұрын 30 мың тап түсің деп қойылшы. Ол сен 30 мың ақшаң, ә? 30 мыңден сен айына 10 мыңын Адылға беріп тұрғаныңда, примерно бір 50 айда сен қарызыңдан құтылып қоймақ. 50 месяцев. Қалған 20 мың сенде қалмақ, ә? 20 мыңды бөлейіз 30 күнге. Так, 666 сомдан. Сен бүгін так 220 сомға лимонад іштің. Ертең менен кофе ішкенсің деп қойылды. Ошонмен сенде еш нәрсе жоқ қалды. Кечінде лимонад мен ұжын қыласың. Вот такая вот математика. Че, мне удалось отстирать? Істеріңіз қандай әсер? Бұл сіздің ақшаңыздың бір бөлігі. Қалған бір екі күнде тап берейін. Бұл өте тұрас па? Мақұл. Жүрсіз. Тап таза. Жипар жит жит таныттым әлі. Бұлдан кейін вообще көй-көй болмайды. Анан қалған тұрмайын ба? Бұл гүл. Сізге, жігітіңізден. Қасы жігітім? Мен че? От мента. Сотрудник, братан че? От сотрудника, братана. Кинзи, не целай. Сотрудник, братан. Асел, ем сіз ойлым бұңыз. Мұнан кейін только сіздің кейімдеріңіз ташайым. Башқа еч ішінерсе салбайым. Меліңіз. Қағызыңыз түшіп қалды. А бұл мұрынқы жұмысты қалшы. Меліңіз. Бәлі, пиццу здесь возить будет. Еще андан сырттары сен тапқан. Еда пирожками пахнуть будет теперь. Өзімше іштетпей қармап тұршың керек. Алай марғандай ситуацияларға мысалы. Орып қалшың мүмкін. Үйде майда-чүйде проблемалар, машинаңды ұтмай. Ұшындай ситуацияларда сенде постоянно жаныңда запас ақша болуы керек. А, мен түсіндім неге сенде насилие кетті. Сен мелочный тұрсың. О, мына біздің лимонадтың спонсоры келеді ғой. Ештеңе байқайласыңдар. Екі жауапкершіліксіз келесің ба қалды? Қана конверт. Вот, ошан айтайын деп келген ғой. Мына мен үш конвертім. Ақшаны ұшаққа сақтаймын да. Бір екі күн бұрын ұқтым. Бір валют шықты. Алтын ақшаларымен жоғы күйіп кетіп тұрды. Ұшы поломаны, он барес шығар. Анша ақшам жоқ, мен ұшынса да жоғытқым келбейлі. Притом үйде отырып алып, светін ақшасын төліп, жоң апама егінса да салып қойсам болды. Керек жоқ бұл. Мен конвертті қайтарып беремін, бірақ өте ұғып туды. Жоқ, Самат. Айет, сен барлығы тура қылсың. Ему это делали, как называется? Азыр эстеведім, былтыр үйге бір жерге ақша қатқанымда. Еще ұмытып қойып тұрмын. Вот, ошо электронныйға сақтайды. Лимонад ішіп отырсың ба? Уши ломали в этом сериале о крысобаках. Ақшаның жарын берейін деп келген болсын. Карта бар. Мол, сал бер. Даниэль, 32 жашта. Бойдок, туруктуу жумушу жок. Өмүр бою понттор менен жашайт. Жашайт понтам. Акчаны көп учурда карызга алат, а төлөргө келгенде башкадан карыз алып жабат. Ушинтип тынымсыз жүрөт.
сыртынан бай адамдай көрүнгөн үчүн жакшы байланыштары бар болгондуктан адамдардын ишенимине тез кирет. О, клёво, новый персонаж. Давай, позже увидимся. Салам алейкум. Алейкум салам. Элдер кайдан? А? Меники, мен доставка бар. Документтер бар ба? Мен бекерлештим ба? Жүр участок, ошол жактан тапшырып жүр. Жок, токсоңуз байке. Не? Балким сүйлөшөбүз байке. Шерине чал. Милициядан келдик да. Азыр. Ой, бля. Алло. Менти, милиция кармап алды. Менти. Кимдерге документ керек дейт. Алабыз да атат. Салам алейкум, бакле. Кандайсыз? Жакшы. Эмне болуп кетти бул жакта? Документтери жок. Кийимдерди алууга туура келет. Оо, мен иним болот, баке. Уруксат берсеңиз, өзү бүтүрүп алам. Мейли, Марат. Сен жаап салганга туура келмек. Постановоңу залепили. Шефиңе да түшүндүрүп кой, а? Макул. Рахмат. Рахмат. Асел, болду, бүтүрдүк. Марат байке өтүп бараттыр, ошол чеч берди. Ага, макул. Сизге рахмат, дейт Асел. Все, ладно, проблема болсо болбой. Права чистка мынча час болобу? Хорошо, түшүндүм. Келиңиз. Давай. Сука. Мен акча жокмун. Мужики честно. Тачка есть. Акча жок менде. Тети машинач. Брат, машина меники эмес. Бүгүн аренда алгам. Сука. И такие бывают. Эки күн убакыт берилечи. Акчаны тап. Акча барын кайтарам. Клянусь, вернул. Жан, привет. Привет. Как? Хорошо. Джаба, закончил, это мои бизнес-партнеры. Азек. Азиз. Азиз. Нургазы. Нургазы. На имя на память, знаешь. Бизнес-встреча? Батле, сейчас встречу. Раз. Танцкан, Маханыч, там? Все после болоска, да? Амин, я тоже думал, но встреча, дела. Джигитин Саева, Мгечил, Аракетчил. Трудоголик. Барный Джасап. Иначе откуда бы это все у него? Таптырбай. Таймаляшин. Бизнесмен сүйлөшкөндөр эле жолугуп калабыз. Ну ладно, мен кетерин, кичине жолугубуз. Кечинде жигитиңиз бошойбу, бошобойбу? Бошойм, тамашалап атам. Ладно. Рахмат, что подыграли. Карызды эмне кылабыз? Жаман бирок. Тамам. Мен кечинде ушундай ойноп берилечи. Также подыграйте мне, я найду деньги. Бүгүн акча чыгабы? Чыгат. Биз мен сенин коомбуз бе? Брат, суранам. Мен сенин брат эмесмин. Эй, Азиз. Бизде башка вариант жок. Эмне баягы эле эски методун уруп чабайын деп атасың? Эй, Азиз. Бизде бир эле максат бар. Азыр тез-тез акча табып туруп, адылга берип туруп кутулушубуз керек. Короче, сен барбасаң, мен барам. Если ты не пойдешь, я пойду. Да. Адылга заявление түшүп тур. Тез убакыттын ичинде көп киреше таап беребиз дейт экен. Андан сырткары адамдар да чогултуш керек. Кыскасы, финансовая пирамида. Так, убакта эле жата берсин. Бул себеп боюнча көбүрөөк заявление керек. Пока иштек кыла албайсыз. Атаң барып келсин дейт. Мүмкүн бир нерсе билип алабыз дагы. Макул.
дедик. Мен машинада эле отурам. Сен качып кетпе. Анда отуруп турсаң чыгып турбайсың бул. Экинчи иши бар экен бизде. Ко. О. Салам алейкум. Салам алейкум. Гальфист. Хорошо, он с меня аналитиком. Нургазы. Это мой бизнес-партнер. Ты что, байки? Ха-ха. Фига себе, Даниэль, ты шустрый. Бизнес-партнер, да? Ой, не сгарчик? Да, ч. И, Анан? Шо, Глиген. Гольф-клубом бар, Анан. Урганда тақыр үйрен ол бауэль. Анан, сөйлі, Даниэль. В общем, баке, бір проект бар. Бар, да, таяр. Только бірлер нәрсе жетішпеді. Сіз, инвестор. Сен баяғы, жаңа, таксиның бары крузак болған проект айтып отырсың? Да, ұшыл. Такси чистый из BMW X5. Кеңіз мен рукөрейін? Давай, попробуй. В общем, аналитик все посчитал. Жарым жылдан кейін, баке, вам чистый в карман 15 тысяч долларов. Ой, ну он миллион деньги, башка же хуже его трое спи. Я. Ты же жак что нет кенсли. О, супер. Че думаете? Даниэль, меня ли жаш поломес мен. Курсез гой шеймде галама гоп чулы олды. Юкун урдымда жоқ дегенде бизнес план бар бы? Ты что, пеке? Когда я вас подводил? Ты меня не подводил. Дурал себе заслуга на места. Ты что, пакет, турай тот, а ты бизнес-план грек-то? Не, ну что, чем ты, Даниэр Байке, что ты такого уже? Хайси Даниэр. Оморов, по. А вот сюда, на таны себе. А вот ты таны, мам, не класс ташим, да. Только из-за умерлой я там даже берусь. Мен велосипед алсам, а мопед алат. Мен мопед алсам, а мотоцикл алат. И, в общем, ушел, Данчик, ты джолот пойло алат, чеканча грек. Сработало. Даниэр, ты откуда знаешь? А, эй, ан, джольный урдур айтсалам, а? Любой адам, Даниэр, дейн, там же. Семье настроение жоқ, болды, ақшан албадық, бізде. Нормально. Даниэр, сен үшін қанчаға чейін жашаған тасын? Есің досын, әдің маушын. Сағаттан жұтықтың атынан келшеді. Еще олары бізге ұшып сен театрыңды ойны ой. Бақтылу жашаған кезде жөлілі чынығы жүзіңменілі жашай өрді. Не, брать. Еще тақташ керек. Алло. Ассалам алейкум, баке. Конечно. Конечно, могу. Бүгін кешінде сөз сделаю по красоте. Ага. Че, балдар, бүгін майрамдамайлық па? О, ұшыл тема ништепті. Азырақ майрамдасаң, қарыздарың аз болады. Принял. Хорошо. Ты сегодня со мной пацан целый день. Мен да кішне сілеп қойын, а? Чувствую, он с деньгами сидится. Адылбайке. Бұл жөн еле чай сату емес. Бұл елді алды ой кен, өкөз тенгілі түшін атауысты. Қайда қалды ой? Қайда қалды ой? Мұна мен ич отам. Саға да құйып қойдым. Ич, жа нормально. Нормально. Арамақ чай ешқандай бақыт алып келбейді. Башымды ауыртпай, еш чайың ұзақ қолады. Муазис та сізде іште. Кім дейсің? Мемеле деп отырсың, түсінсең ұдай ұрсың.
дагы элем. Фу-фу. Вылил чай. Алло. Марат, кандайсын? Жакшы. Марат, тиги документтер боюнча сүйлөшөйүн деген болчумун да. Курьердин тынчын албагадай эмне кылсак болот? Ошого жардам бере аласыңбы? Рахмат. Бүгүн кечинде жолугушалы. Хорошо, Миле. Угу. Ладно. Сейчас вернется. А знаете, пока что сделать? Я вот тут все, что вы будете делать. Должен газ. Может, друзья, вот, с меня нажал? Можно, да? Конечно, брат. Органчик, отслужишь? Это мои гости. Ого. А, сука. Чувак. Лайя. Алло? Ассаламу алейкум. Байке, аз эми ночной клубга келсеңер, эки бизнес партнерым отурат. Бирөө сарыр башкачан, бирөө чачы кыска. Акча ошолордо. Ушла Беркот. А өзүмдө кичине убакыт жок болот, байке жумуш алышып калды. Байке угаңызча мен билесиз да. Бля, нахуй так жить, ё-моё. Неделю назад я бы ни за что не поверила, что мы вдвоем вечером будем вот так вот сидеть. Ну тогда предлагаю выпить за то, чтобы этот день был одним из хороших дней в твоем списке. Как красиво ты говоришь. Тебе нужно было идти не в милиционера, а в поэта. Да нет. Так и было бы, если бы не отец. Кстати, а почему мы так близко уже не общаемся, как в детстве? В детстве помнишь, ты меня всегда дразнил? Еще и за косички дергал. Мы еще всегда дрались, да, по-моему? Да. На самом деле, ты нравилась мне. Возможно, я таким образом хотел привлечь внимание. Странно ты хотел привлечь к себе внимание. Я бы даже сейчас хотел бы это сделать. Дергать за косички? Нет. У меня сейчас непростое время.
Мне нужно разобраться в себе, Марат. Осели. Я хочу, чтобы ты знала то, что я всегда рядом и готов помочь тебе в любую минуту. Эй, жигиттер, Даниэльдер бізге қарыс. Эй, чын айтсам, о, біз сілер дейлеуіз. Бейм, сен бе? Сен кеветен көрдің біле? Мейлі бізде екенсіңдер, тияқтан не отырасың ара? Біздің методта, біз ма елдерді үркітіп, чауып, мұнда қорқытпай, наоборот, жардан береуіз, кеңеш беріп, консультация қыла осылар. Қолым чәшкілі азыр. И чё? Чё ты нам сделаешь? Консультацию прочитать, что ли, хочешь? Мужики сейчас консультацию слушают. Болды, життер. Даниэльге чалчы. Бир сааттын ичинде акчаны алып келбесе, экөөң бирөөсүн тирүү көрбөйт. Кандай көрбөйт? Эй, жигиттер, айтып атпайбы, биз жардам берип неме кылабыз элдергечи? Эсимде дүрөйсүңөр. Эй, эми ушул ишти жакшынакай кылып аягына чыгарып алалы. Туурабы? Эң сонун план ойлоп таптырсың, куда? Эми балдардын бактысы үчүн эмнеге гана барбайсың? Туура. 20 жыл мурда куда болобуз деп сүйлөшкөндө максатыбызга жеттик. Мындайча айтканда эркекче сөзүбүз көтүрдүк. Эми элдин бир ичи күйгүдөй кылып чоң той өткөрүп алсак? Албетте. Классика беле. Бардык милдеттибиз мойнума алабыз. Мен деле жарымын көтөрүп берем. Жок, 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 кудай, эч кандай жардамдын кереги жок. Бардыгын мыкты деңгээлде уюштурам. Мыкты ресторан, мыкты лимузин, бардык ырчы чоор шарстер бар. Мирбек Атабекова. Мирбек Атабеков да сөз болуш керек. Туура. Айфер калмага жакпайт да куда. Улукмана апа позовите. Урок чакырыш керек. Над моей шуткой поугарали. Келиңиз. Эй, жигиттер, досуңар отургузуп кетсилер. Эй, бул калп айтып окшойт. Ал машина аренда эмес эле өзүнүкү экен. И чё теперь? Машинасын алып коелу кел. Эй, балдар, силерге эмне болду? Эй, жандан бери түшүндүрүп атпаймы? Аны биз тааныбайбыз, ал бизди подстава кылып кетти. Эй, коюп койгулачы, пожалуйста. Да, давайте отпустим его. Ну, пожалуйста. Нормально. Ты что, раскидает, думаешь, их всех? Тихуя он, бля, Рама 2 Ван Дамма, бля. Мощно, может, аж оттройся мне? Шын көрбөк жана ачачы. Сен эмне тармас деп калды? Шок болуп калыптырсың. Меня был шок. Асель, сиз бошобой аткан окшойсуз. Мен тиги акчаны үйүңүзгө алып келдим. Бүгүн жумуш жакшы болду. Тиги кийимдерди болсо азыр үйүңүзгө алып кирип коем. Анан эртең менен кайра жаңы партияга келем да. Спалил курьер по станову. Гошли? Друг, да. Ищи на уралколды. Ну ты же понимаешь, инвесторы, деньги туда, деньги сюда. Сюда, сюда. Ты же понимаешь. Жо, мен де начальник жаман болчу. Ща будет сцена. Просто ахырку күндөрү такыр эле башкачасы. Чо, тебе как
кажется. Я с тобой такой, какой я есть. На азартеле. Какой слышу от раз, но сами меня слышу от ханной миссии. Джин, давай просто поужинаем, я? Бизнес-партнеры пришли. Хотя бы бунге чинди козли от раз ходим. Кешірес. Бәлкім қызың айтып бересің, мен бұл іштер. Че, сен айтасың, де біз айтып береміз. Аджара, я не занимаюсь инвестициями. Я просто беру долг у людей. Он даже инвестиции выговорить не может. Какие инвестиции ему? А зачем было врать? Ты просто другая, ты из богатой семьи, я из бедной. Я просто хотел соответствовать, и все. Это все ради тебя. Все, давайте, мужики. Сначала Рахмат. Все. Рахмат. Ладно. Как шелкай, да? Ушел Шеви. Так, Даниэль. Всем без гейшн, как сразу разводится. Салам алейкум. А, біз автосалонда осы, келіп, бақшаңарды алып кетсеңер болады. Қарзыңарды. Все, готовис. А, этим тоже сейчас долг отдаст. Даниэль. Қалпында ли чайга олдық қодай ма? Бүгін сенің қалпыңын ақыр көгін осыншы. Да не будет. У таких, как он, не будет. У этого еще долг остался. Гейде бір нерсен жоғыту менен андан чоң нерсе ала аласын. Иногда нужно потерять то, бару что тебе важно. Жасайбыз. Бирок уағында түшініп, андан сабак алып жақсы жашоого умтулуу, бул өтө маанилүү. Серьезно? Да не. Он прям так влияет на людей, слушай. Один там три конверта доставщиком стал. Другой барменом. Газ может уже исправиться. Но не может же быть все так хорошо. Давайте интригу нам. Подруга замутила, что ли? Конкурентка. Вот так вот бывает в этой жизни. Такие друзья. Один был кидалой, стал твоим корешем. Другой был корешем, стал кидалой. Вот так вот.
Безумно можно быть первым. Очень часто легкие деньги, значит, они такие манящие. Вот. И кажется, что проще их заработать. Но всегда, всегда бесплатный сыр только в мышеловке. Это так и есть. Долго никогда не длятся. Вот эти кайфы, они всегда заканчиваются. Есть, действительно, есть люди такие, которые могут так жить, да, они как-то спокойно живут, оглядываясь. Ну, это такая себе история. Прикинь, ты постоянно у тебя там в телефонах заблокированные, там подписанные не брать. Ты постоянно гасишься от кого-то, сваливаешь. Ну, это своеобразный даже талант такой, мне кажется. Ты типа такой хуякс, переобулся, и ты типа не думаешь о том, что тебя кто-то ищет, и сидишь, кайфуешь там с какой-то подругой, да? Не знаю, я бы так не смог. Типа, это же заебись, когда к тебе стучатся, и ты спокойно такой, типа, уебать, походу, кто-то там, друзья пришли, или еще кто-то, или там, не знаю. Ну, вообще не паришься. А тут к тебе стучатся в двери, ты, блядь, начинаешь менжеваться, подглядывать там, блядь, с глазка аккуратненько там, еле дыша подкрадываться к двери. Типа, ну, это хрень какая-то. Поэтому живите честно, значит. Пользуйтесь тремя конвертами. Как-то так. Мы погнали с тобой смотреть 6-ю серию. Меня зовут Саша Вустайл. Рахман, до просмотра. Салам алейкум.